Друзья, всем привет! На календаре уже 5 марта, четверг. Продолжаем свою работу. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте. Поставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить новое видео. В каждом видео мы обсуждаем актуальную информацию и пытаемся понять, как она влияет на курс рубля по отношению к доллару и какие перспективы нас поджидают. Сегодняшний ролик больше посвящен нефти, как вы уже обратили внимание. Дело в том, что в последнее время, по крайней мере, я думаю, что вы это заметили, и я это тоже вижу, что именно пара доллар-рубль стала сильно коррелировать с котировками нефти. Конечно же, эта корреляция была давно, но в последние дни тема нефти, она достаточно актуальна. Сейчас, по сути, весь рынок отслеживает, какова ситуация и какое решение будет принято главными игроками мирового рынка нефти, ОПЕК+, и какая роль здесь Штатов. Начнем мы с вами со статистики, которая была опубликована вчера. Статистика Соединенных Штатов Америки показала, что наблюдается небольшое увеличение запасов нефти. Это, кстати говоря, увеличение уже несколько недель подряд. Далее запасы бензина упали на 4,3 миллиона баррелей. Кстати говоря, здесь тоже динамика прослеживается. И по большому счету здесь рост запасов нефти и падение запасов бензина некоторым образом компенсируют в целом ситуацию по рынку нефти внутреннему, имею в виду, в Соединенных Штатах Америки. И здесь, коллеги, я хотел бы обратить внимание на два момента. Первое. Экспорт нефти в США вырос до 4,2 миллионов баррелей в сутки. То есть они стали больше продавать за последнее время нефти на мировой рынок. И здесь же добавляем, что недельная добыча нефти в США также выросла на 100 тысяч баррелей в сутки. И это все на фоне решения ОПЕК+, наоборот, чтобы сократить. Собственно, что по поводу ОПЕК+. Дело в том, что сегодня-завтра будет встреча министерская в Вене представителей участников вот этого соглашения ОПЕК+. На этой неделе состоялась вчера буквально мониторинговый комитет ОПЕК+, решался, на котором, кстати говоря, присутствовал наш министр энергетики Александр Новак. В итоге он его покинул, досрочно можно сказать, потому что Россия не соглашается на предложение Саудовской Аравии сократить объемы добычи нефти в диапазоне от 1 миллиона до 1,5 миллионов баррелей в сутки. Российская сторона предлагает оставаться на прежних условиях, а прежние условия предполагают сокращение на 1,7 миллионов баррелей в сутки. Получается, что технический комитет стремится к тому, чтобы сократить объемы добычи нефти до конца текущего года, оставить их на уровне 2,1 миллиона баррелей в сутки. То есть этот объем нефти просто-напросто убрать с рынка. Цель, в общем-то, понятна, поддержать котировки нефти. Тем более мы с вами, по сути, становимся свидетелями такого небольшого скатывания мировой экономики, может быть, даже в рецессию, я не побоюсь этого слова. Но, естественно, здесь сейчас каждый участник, глобальный участник мирового рынка нефти будет лоббировать именно свои интересы. И что происходит, что мы с вами наблюдаем? Давайте перейдем к следующему моменту. Смотрите, Соединенные Штаты Америки наращивают добычу нефти, увеличивают экспорт. ОПЕК, наоборот, стремится сократить, тем более речь идет о более существенных сокращениях нефти. И здесь Россия, естественно, по сути дела, сейчас становится такой нейтральной, да, занимает позицию, не соглашается на вот эти вот условия, которые предлагает Саудовская Аравия. Почему? Вот давайте посмотрим на эту ситуацию с технологической точки зрения. Дело в том, что Саудовская Аравия, представители нефтяного бизнеса, они ведь могут в любой момент сократить добычу нефти и в любой момент ее нарастить. Для этого им просто можно просто подойти, закрутить вентиль или обратно его раскрутить в нужный момент времени. То есть технологически это очень просто сделать. Нефть у них находится, но если сравнивать, например, с другими регионами планеты, можно сказать, буквально под ногами. То есть они, условно говоря, втыкают трубу в песок, и оттуда начинает литься нефть. Конечно же, мы утрируем, но суть, я думаю, в этом понятна. Если мы говорим про российскую нефть, то российская нефть, она добывается в более суровых климатических условиях. Как правило, это заполярный круг, возможно, это север, это море, морские глубинные буровые работы, процессы. Соответственно, для того, чтобы одномоментно сократить нефть в России, а потом быстро ее восстановить, так не получится. И получается, что Соединенные Штаты Америки экспорт увеличивают, они таким образом завоевывают рынок нефти.
Саудовская Аравия, она преследует сугубо свои бизнес-интересы. Она хочет поддержать котировки нефти, якобы сократить ее, убрать немного с рынка. Но в нужный момент она очень быстро нарастит обратно добычу. И получается, что если Россия пойдет на поводу ОПЕК плюс, то естественно она останется в аутсайдерах, то есть она просто потеряет, существенно потеряет рынок нефти, но и понятное дело отсюда могут последствия быть достаточно не очень хорошие для российской экономики. По крайней мере вот эта логика она объяснима, да, то есть по сути мы пытаемся понять, почему Новак покидает, по сути саботирует ОПЕК плюс, и если вот эта ситуация будет продолжаться, то не исключаю вот такой вот момент, что мы просто будем свидетелями вообще распада соглашения ОПЕК плюс, а за ним и может быть вообще ОПЕК в принципе как организация может просто-напросто уже перетрансформироваться или может быть потерять свой какой-то статус. Об этом, кстати говоря, уже потихонечку начинает поговаривать вообще в целом на рынке. И если это будет реализован, этот сценарий, я имею в виду с ОПЕК плюс, если будет проблема, то, конечно же, это просто уже будет такая серьезная проблема вообще для котировок нефти, и тогда мы с вами увидим в принципе обвал котировок. И здесь, кстати говоря, вот если мы с вами также будем наблюдать за тем, что Россия не соблюдает, собственно, не соблюдает соглашение или вообще его саботирует, то, вероятно, мы будем с вами дальше видеть такие нерыночные способы поддержать котировки нефти. Какие это могут быть способы, мы с вами уже знаем. Мы с вами знаем атаку на танкеры, мы с вами знаем атаку на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии со стороны дронов и так далее, и так далее. Могут какие-то там внезапно боевые действия возникнуть и тому подобное. Но, в общем-то, все это достаточно известные методы. Еще обращаю ваше внимание, что вот эксперты на рынке говорят о том, что если ОПЕК плюс договорится о сокращении меньше, чем на 1 миллион баррелей в сутки, то мы можем стать свидетелями реального падения нефти вплоть до 40 долларов за баррель. То есть такой сценарий тоже не исключен. То есть мы с вами продолжаем ожидать, что произойдет. Понятно, сейчас вот сегодня-завтра будет решение ОПЕК и ОПЕК плюс, и уже, вероятно, завтра вечером только мы конкретно уже будем видеть результат, скажем, этого соглашения и вот этой встречи. Поедем дальше. Значит, госпожа Юдаева, это первый заместитель Набиуллиной Центрального банка, то есть это уже наш, собственно, раздел, говорит о том, что Центральный банк не будет повторять за ФРС, то есть мы не пойдем на снижение ставки только из-за того, что ФРС его снизила. Понятно, что ФРС снижает для того, чтобы поддержать национальную свою американскую экономику, мы об этом буквально во вчерашнем обзоре говорили. Но, соответственно, ЦБ сейчас продолжает мониторить общую ситуацию в мире, макроэкономические показатели. И следующее заседание планируется на 20 марта. Вероятно, снижение ставки будет, потому что Набиуллина об этом говорила на последнем заседании. Но, как обращает ЦБ, внимание, то есть мы сейчас не идем на поводу у ФРС, у нас своя дорога, да, и мы, собственно, пока не видим реальных угроз для российской экономики в свете вот последних событий, которые мы с вами свидетелями становимся, которых. Далее, обращаю внимание, что Минфин РФ сокращает объем покупок валюты на открытом рынке. Опять-таки, главная причина – это высокая волатильность и достаточно высокий курс. Но оно и понятно. Соответственно, если он будет дальше продолжать покупать, естественно, это может серьезно еще больше ослабить валюту, нашу национальную валюту по отношению к доллару. Еще новость. Реальный объем нефтегазовых доходов в России в последнее время снизился на 39 миллиардов рублей. Причина, опять-таки, тоже достаточно ясна – падение котировок нефти и отсюда, соответственно, падение нефтегазовых доходов. И вот здесь, кстати, давайте подойдем к той мысли, вспоминаем обращение нашего Путина, президента, к Федеральному собранию, которое он в январе еще произнес. Там он обратил внимание на то, что Россия сейчас будет очень много выделять денег на социальные программы. Где взять деньги? Предлагается фонд национального благосостояния. Опять-таки мы с вами вспоминаем тему с продажей Сбербанка, которая сейчас, вот эта сделка будет начинаться, да, то есть она может быть уже практически начинается. Но и есть что мы с вами видим. Если мы говорим про продажу Сбербанка, то котировки Сбербанка потихонечку падают. И, соответственно, целевой диапазон котировок Сбербанка сейчас ниже, нежели среднестатистическая за последние полгода. Мы об эту тему уже на эту тему говорили в одном из обзоров. С другой стороны, падают котировки нефти, соответственно, падает объем нефтегазовых доходов. И встает вопрос, где взять деньги на социальные программы? Ответ –
я так полагаю, на поверхности. Остается валютное регулирование. То есть сейчас, по большому счету, мы сейчас приходим к такой мысли, что ослабление российского рубля – это уже, можно сказать, даже некая необходимость, нежели просто какое-то рыночное явление. Потому что в современных условиях то, что мы сейчас с вами переживаем, вот эта вот волатильность на рынках, ожидание мировой экономической рецессии, соответственно, сильный рубль сейчас, ну, просто неуместен. Вот такие вот мысли. Что вы это по этому поводу думаете, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне очень интересно читать достаточно серьезные и очень такие прагматичные, продуманные, очень качественные комментарии, и нам всем, конечно же, очень важно обмен мнениями. Поедем дальше. Рублевая стоимость сейчас 3434 рубля. Опять немножечко мы упали по отношению ко вчерашнему дню. Итак, давайте посмотрим на графики. Начнем с пары доллар-рубль. Сейчас торгуется в районе 66 рублей. На ваших глазах график на межбанке, то есть Форекс. Поскольку пока пишется этот обзор, московская биржа сейчас пока еще закрыта. Обращаю ваше внимание, что в последнее время мы топчемся в таком узком коридоре от 65,6, и потолок у нас пока 67,6, да, если быть точнее. Соответственно, все больше приходишь к выводу, к тому, что рубль пока что удерживается. И вот на фоне вот этих вот спорных моментов с рынком нефти, который мы с вами сегодня обсудили, соответственно, рубль сейчас, он, вероятно, проигрывает, да, вот в перспективе. Соответственно, вот эта вот идея по поводу ослабления российского рубля, она продолжает оставаться. Вероятно, мы будем в каком-то диапазоне ходить. И перспектива ухода пары доллар-рубль в район котировки 69-70 рублей за доллар, эта тема вполне себе рабочая и она актуальная. Поэтому здесь пока что план наш относительно котировок рубля, он не изменяется. То есть остаемся на территории ослабления российского рубля. Если говорить про нефть, давайте коротко посмотрим по нефти, то здесь, минуя какие-то фундаментальные моменты, о которых мы с вами только что поговорили, технически у нас еще есть задел для ее падения. И задел этот может доходить до 47-46 долларов за нефть марки Brent. Поэтому сценарий пока на ослабление российского рубля и падение котировок нефти, он еще актуальный. Но опять-таки ждем решения ОПЕК+, смотрим за ситуацией в мире. И, соответственно, отсюда принимаем решение. На этом пока все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Обязательно комментируйте, ставьте лайки. И увидимся уже в следующих обзорах. До встречи в эфире. Пока.